легких встреч. Насчет того, то, что здесь электромеханический вообще для руля стоит, он на скорости в зависимости от скорости тяжелее. Ой, Катюша. А что такое было? Двери заблокировались. А, я просто думал, что кто-то. Мы сейчас направо едем, мы же что? Да, непривычно направо. Легкий руль. Вот я просто так не спешу. Так, направо, Василь. Направо? Да. Заранее предупреждайте, потому что я дороги не знаю. А ты не отвлекайся. Там сзади написано, что тест-драйв, чтобы люди... Машина обклеена. Вам сзади комфортно? Да, мне нормально. Ну, мы, знаете, все-таки это... Думаю, про третьего человека, если сзади сидеть, насколько комфортно. Тут я просто... Смотря насколько... Какой большой человек сидит, да? Направо? Тут направо, да. Да мы все время с мужем спорим. Я говорю, а если теща приедет, мы же сейчас можем и впятером ехать. Ну, видишь, это вот очень хороший плавный автомат. Вот сейчас я разгонюсь немножко, Катюш, не пугайся. Вот тут видишь, какая тяговитость, как. Ну, мы спокойно уже дальше поедем, потом дальше еще попробуем. Вот или здесь сейчас. Что он мне сейчас мигал, там что-то типа считал, что есть. А датчики мертвого. Там никого не было, что он мигал? А когда вы перестали, значит, он увидел боковым своим радаром то, что машина спереди ехала как раз. Вот. Вы близко? Вот сейчас да, мы немножко по ярам поедем. Шума изоляция считается лучше в своем классе. Ага. Немножко такая тяжелая педаль тормоза. Ну, не тяжелая такая, какая-то туговатая немножко. Без свободного хода, но это у нас, Катюш, мы привыкли, что у нас она разношенная, как автомобиль новый. Да, новый, да. То есть, я говорю, а у него сколько пробега? 3000 больше. А, ну это немножко, ага. Василь, тебе по ширине как вообще? Нормально, да, если левее держаться с вами. Левее? Да, потому что здесь будет стрелка. Ну, либо вот вторым рядом стать, либо, ну да, можно вторым, в принципе, чтобы никому не мешать. Катюш, будь осторожен, там педаль тормоза, она новая, и на всех машинах, которые мы ездили, она чуть ближе к водителю находится, поэтому когда перекидываешь, ну, так, как сделать постоянно, чтобы... Что так можно оставить, да? Так, налево нам, да? Нет, например.